Так, друзья, идем дальше. Находимся сейчас в Казинине. Казинина называется это место у нас. Зашел там в этот барчик, хотел посмотреть, что там. Но там ничего нет, кроме пиццы. Вот. Есть пиццу, желания у меня нет. Поэтому пойдем дальше. Я думаю, что вон там вот уже центр этого места. Казинина. Очень красиво живут. Так, а дождь что-то немного начал расходиться. Такие вот интересные деревья у них тут растут. То есть вот эти листочки, они с самого низа прям начинаются и облепливают, как будто бы это деревья. Лично я такие деревья впервые вижу. По крайней мере, может быть, вижу не впервые, но до этого никогда на это внимание не обращал. Вот только здесь это заметил. Вон, аж почти до самого, ну не до самого верху, до середины аж достают. Как будто бы их обвязали сверху листочками. Лавочки есть для желающих посидеть. Вообще я так примерно замечаю, возможно, я ошибаюсь, конечно, но мне кажется, вот молодежь отсюда, с этих мест, сруливает в более такие центровые места. Там в Рим, в Милан, даже в Риме не в тот же, он как бы не такой уж прям центровой, но все равно более-менее движниковый. То есть в города, если так говорить, не знаем, почему это. Может, потому что работы здесь нет или еще по каким-то причинам. Но вот сейчас недавно у нас там в деревне был, сходка была местная. Вот, и я заметил, что все, почти все, это уже люди в возрасте такие. Там, ну, пенсионеры и до пенсионного возраста. Но молодых было очень мало. Вот, поэтому так думаю, что они сюда приезжают. Это как в Греции тоже такая тема была. Где этот, как же это место называлось сейчас, не помню, где. Гора это, где эти кентавры, не кентавры, все вот эти вот мифические обитают. В общем, там была такая чисто греческие деревни были. И дети, и семьи, они живут за пределами этих деревень. А на лето, на каникулы, на разные праздники приезжают, и вот они там все вместе встречаются. Потом там на работу опять по своим делам вновь уезжают. То есть я так предполагаю, что здесь такая же ситуация. Так, вот тут вот городок чуть-чуть оживает у нас. Чуть-чуть оживает, и барчики есть, и разные заведения есть. Так, магазины интересно, есть или нет. Гранданко. Магазины закрыты. А вот здесь магазин Куб есть, нормально. И все, конечно, работает. Сейчас посмотрим. Ooh.
Мне закрыть магазин. Магазин закрыт. Что ж, делать нечего. Вот у нас в деревне тоже магазины закрыты. В общем, сегодня полный выходной получается. Так что будем. Зато кафешки работают уже неплохо. Да, такая вот здесь житуха. Вон очень интересная башня. Я ее уже сколько наблюдаю, но пока еще туда не попал. Такой своеобразный. То ли камень это стоит, то ли это здание стоит. Очень непонятная вещь. Но размер у нее не маленький. Сейчас вот, чтобы лучше представить. То есть она реально большая. Можно будет спросить, что это. Так, друзья, пока все. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Находимся в Италии, в местечке Казинино.